Привет, ребята! Сегодня мы будем какашку делать. Какашку делать мы сегодня точно не будем, а вот видео будем смотреть. Да, видосик! Видосик, как сказал Леонид, будем смотреть сейчас. Видео называется «Раскаленная мясорубка». Что, если сунуть туалетную бумагу в раскаленную мясорубку? Вот это жесть! С канала «Улитка». Давайте уже приступим к просмотру. Готов? Угу. Поехали! С вами Улитка. Привет, Улитка! Привет, Улитка! Конечно же, нужно нажать на красную жирную кнопку прямо под этим видео. И жмякнуть вот на этот колокольчик, чтобы узнавать о моих видео самым первым. Ну и конечно, не забывайте на второй канал, ссылка на него будет в описании. Ссылка в описании на этот канал, ты понял? Сейчас очень много видеоблогеров снимают про мясорубку, в которой перемалывают... Я тоже, кстати, заметил этот тренд, понял? Да, я тоже заметил. Тренд и совместить его с предыдущим. Поэтому я перемалываю все в раскаленной мясорубке. А как это будет, мы узнаем дальше. Ломает. И, конечно, это было бы круто, если бы этот тренд с раскаленной мясорубкой подхватили бы другие блогеры. Я был бы просто счастлив. Я бы тоже был бы счастлив. Да, я тоже. Это Улитка? Да. Ты знал его раньше? Да. Тряпочка специальная. Мясорубка. Да. Дрель. О-о-о. Ого. Прикинь, поджигает. Горелкой газовой. Музыка прикольная, да, Леонид? Да. Нагревает, в натуре нагревает ее, представляешь? Да. Улитка — это ютубер, которых единицы. Да. Боже мой, что это за червячки такие? Да. Прикольные, да? Может повышать. Может. Вау. Я вот честно кайфую от музыки. Да. Тебе нравится такой стиль? Да. Четкий, да? Да. Сахар плавится, заметил? Да. Я вот почему-то думал, что мясорубка будет красная. Но она не нагревается так сильно. Расплавленный сахар. Понял? Смотри, снеги летают. Да. Сколько их много там. Горелый сахар. Да. Ну как-то затянул, да, немножко? Да. Как быстро все закончилось, я не успел даже проникнуться. Смотри. Давай, Леонид, попрощаемся с нашими зрителями. Всем пока. Всем, ребята, пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Да. Ставьте большой палец вверх, пишите комментарии. Ай. И все у вас будет хорошо. Всем пока.